Всем добрый день. 23-й тур Мелбет первой лиги. Мы стартуем с матча Родина Москва. СКА Хабаровск. Соответственно, Хабаровск. Матч пройдет на поле Академии имени Федора Черенкова. Это спартаковские поля, спартаковская земля, Сокольники. Так. Опа, наконец-то. Поехали. Ты представляешь кого? А, да, как пожелаешь, Ром, как пожелаешь. Это да. Сутонов, ну ничего себе, ты завернул. Перехват, удар в дальней добивании. Не удалось замкнуть на дальнем углу вратарская. Шанс еще был очень крутой. В принципе, экс-рекордсмен по забитым мячам. А вот момент! России! Бесчастный, да, бил Жамалетдинов. Ну, хороший момент, нашел свою позицию. Левее сейчас располагается штрафной. Оттуда раз за разом пытается мяч на ударную позицию для себя же, создавая эти моменты, вытащить. И получается, где многие футболисты меняются по позициям, да. И прежде всего в атаке. Да. Если в первом тайме... Удар в дальний! Какой! Сантиметры! И вот если в первом тайме было ощущение, что вот это круговерть хабаровская футболистам СКА немножечко, может быть, даже и мешает, и как-то не все они понимают, и не все они правильно исполняют. Андреев выйдет на замену у московской команды. Это... Точка! Да, это замена в атаку будет. Ну а пока... Помните историю в первом тайме комментатором сказано о том, что не показывал пенальти в этом, не означал в этом сезоне. Помним. А вот вам, пожалуйста, первый пенальти от Юнуса Кашко. Не сходить, да, вообще подсказал судья вратарю, не сходить с ленточки. Гудят трибуны. И пенальти реализовано. 1-0, 81-я минута. Иван Тимошенко продолжает свою голевую серию. Поздравляют форварда. Тут пилотируют на бровке всей команды. Родина ликует. Казалось, игра перешла в такую плоскость равнодействие, но нет, момент, игра рукой штрафной, Имамов, ах, эмоции какие сейчас, с двумя ладонями по перекладине, переживает очень голкипер, еще раз повтор. Лицевой уходит, в непосредственной близости от него два футболиста. Прострел, замыкает второй гол! 93-я минута и 2-0. Андреев сделал гол, конечно же, да, и Мартовой, который справа оказался, но вот этот джокер, этот парень вышел. Пенальти заработал, забил, красавцы, да, в этом отношении, конечно, контратака. И цепляется за мяч нападающий, и протаскивает мяч, и прострел, который приводит ко второму забитому мячу. И Родина, мало того, что впервые с августа играет на 0 дома, еще и готова. И после этого 0-2 Балтика, 0-1 Махачкала и 0-2 сегодня. Ну а Родина 8 матчей без поражений. 3 очка набирает команда Дмитрия Парфенова. Они сейчас с Шароновым друг друга приветствуют. Очень тепло, да, очень тепло. Роман Шаронов тоже с улыбкой на лице. Но давние знакомые, естественно, бывшие очень большие футболисты. И Родина поднимается на секундочку на 9-ю строчку.